Последний оператор, который мы рассмотрим в этом модуле, это оператор return, возврат значения из метода. Мы пока создавали только метод main, объявленный как void, то есть ничего не возвращающий. Поэтому оператор return нам пока не был нужен. Но со временем, с ростом размера программы, мы будем выносить какую-то повторно используемую или просто слишком многословную логику в отдельные именованные методы, объявляя им входные параметры и тип результата. Если метод должен что-то возвращать, то компилятор проверит, что значение возвращается при любых условиях. Например, если в одной из веток условного оператора забыть return, то программа не скомпилируется. Оператор return без аргумента можно использовать и в void методе. Это будет означать немедленный выход из метода.